Ребята, я уже давно играю на одном сайте, казино Вулкан. Сейчас я покажу, как на нем играть и как на нем поднимать. Смотрим. Поднимаем чуть-чуть. Сейчас добьем. Опа. Смотрите. Ребята, смотрите. Всем привет, ребята, и это новый видос. Вы мне подняли настроение все, то, что там меня поддержали. И я стал снимать для вас еще более много видосов. Жалко то, что они не выходят каждый день, как вы бы это и хотели. Но, ребята, сегодня будет прям четкий видос. Мы соберемся все на нашем нифиговом месте. Там будем прыгать, делать сальтухи. Сегодня я не один. Всем привет, ребята! Арсик Вектор, да, это... ссылка в описании, да? Всем привет, ребята! Ссылка в описании, побеги от охраны с элементами паркура, йоу! С вами я, Умархан, ссылка в описании. Бля, что ссылка? Все, ребята, ссылочка ихняя будет в описании. Также сейчас к нам подойдет и Марков. Ребята, не путайте, не Марков, а Марков. Короче, вот. А если ты, мой друг, хочешь получить от меня сигну, то просто-напросто сделай репост этого видео себе ВКонтакте. Также напиши то, что это супер побег. Ну, блин, наверное, сегодня побега не будет. Сегодня, типа, это топ-паркур. Сделай скрин. Отправь мне ВКонтакте то, что ты сделал скрин. Я есть ВКонтакте, в Инстаграме и моя группа Собов, там, где мы будем учить тебя сальтухи. Подпишись туда на все эти ссылочки. И серьезно, ты получишь сигну. Если думаешь, что я тебя обманываю, посмотри мои старые видосы, и ты увидишь, что ты сделал, тот получил сигну. Все, ребята, сейчас будет такое вот нифиговый паркур, топ-шоу, который буду делать. Также, ребята, скоро я буду выпускать свой новый трек. Как все слышали, до этого я делал трек на Серегу Трейсера. Все, наверное, это слышали. Это дис такой был. Он на него, конечно, только в комментариях ответил. Вот. И сейчас скоро будет новый, но это не на Сергея Трейсера, потому что он наконец-то занялся тем, что говорит его имя и фамилия, то что Трейсер, и начал заниматься паркуром, а не руфингом, как он обычно это делал. Вася, 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 так, теперь назад удаляйся. Сука! Только зря на... Мама, моя коленка, она болит. А в шурачах? Не получается ли? Так нам, короче, идут гопники, но у них есть бита. У них бита, короче, на нас идут гопники. Смотри. Здорово. А ты меня бить не будешь? Рука где? Дай биту. Посмотрим. Я до вас там лезли? Нет. На элеватор. Лезли. Охранник, тот же охранник, я не знаю сейчас, блять, Вася, Умар и Арсик, я не знаю, где они, потому что я с другой стороны залез.
Еще, короче, не знаю. Сейчас буду бегать. Не знаете, да? Ставь лайк этому видео. Сейчас, походу, будет твориться полный трэш. Потому что он меня запомнил. Какие его стулом ударил. Если, короче, по ссылке переходи. Также, ребята, я вам хочу порекомендовать один канал. Короче, Алекс. Сейчас, короче, тут его тезис канала. Трейлер канала, короче, сейчас его пойдет. Алекс. Ну, серьезно, подпишитесь на него. Вась! Ты видел охранник? Ебать, я хотел съебывался нахуй! Бля, смотри! Я же лоб мокрый! Где? Ань, там! Пошли это! Наверх заберешь сейчас! Они угрожают полиции. Не выходи! Не выходи! Убегайте!
вообще? Ты видел, как он меня камень кидал? Ты видел, Вася? Он меня камень кинул. Я этих детей спас, такие ребята. Как мне сказал? Я впускаю их в Thank you.